Всем привет! Так выглядит в мае мой орхидейный коридорчик. Отцветает мой цикнодес. И на удивление мне, конечно, долго держатся цветы. Но, конечно, они уже увядают. Это моя лягушка-путешественница. Я ее беру с собой на работу, потому что времени любоваться, конечно, на орхидеи мало. Поэтому, конечно, ванды, хочу вам сказать, понравилось им в орхидейном моем вандовом новом домике. Там, наверное, больше солнца. Такие большие цветы распустились на этой красавице. Это еще одна. Я показывала ее, наверное, в предыдущем. Она таки так и расцвела. Примерно такое же цветение, как и на картинке. А вот другая малышка совсем-совсем другого цвета. Сейчас покажу сразу, потом более подробно расскажу. Ну, как я сказала, времени мало, поэтому вот так вот она зацвела. Такие красные просто цветоножки. Она вообще, ну, ярко такой красно-малиновый. Очень красивый цвет. У меня, кстати, такой даже ванды и не было. Никогда. Ну и вот на картинке, да, какая она была. Вот такая вот она должна была быть. Конечно, очень... Ой! Очень старая уже табличка, с которой я ее покупала, всех моих малышей давным-давно. Вот так вот она должна была цвести. Не думаю, что я перепутала. Я всегда пересаживала, и в горшочках были их бирочки. Но, честно говоря, мне очень нравится. Она уже отцветает. Очень много дождей. Ну, как и, наверное, хватило солнышка, чтобы все-таки первый раз меня порадовать своим цветением. Как я уже сказала, это я их выращиваю совсем с маленького размера. Ну, вот лет, наверное, 6 точно. Совсем малышка была. Один цветочек уже отвалился, было 5. Красивые. Сантиметров. Наверное, 6 точно есть. Но тут уже, конечно, я не успела показать. Это один мой еще любимчик. Цикнодес Wandy Light. Тоже, как вы видите, солнца мало. Когда влажность очень высокая, конечно, страдают и цветы, и все. Портятся очень быстро, поэтому... Ну, вот так вот. Запах у них, кстати, похож. Такой тоже терпковатый. Вот видите, я их вместе вот так вот. Одинаковый размер цветов. Но из-за того, что этот постоянно я как бы с собой возила, он немножечко... Не было столько влажности. И, конечно, цветы сохранились долго. Этот висит в моем коридорчике. Влажность высокая. И цветы портятся намного быстрее. Поэтому все не занесешь в дом. А хочется иметь все. Ну, в общем, вот такая вот красота цветет. Хотелось вот еще, как говорится, похвастаться, да, наверное, своими успехами. Первый раз наконец-то расцвела эта катлея. Это был мой детский сад, давным-давно купленный. Очень много их было, как и ванды, так и катлеи. И первое цветение наконец-то, обалденное. И главное, что я увидела, что это реально
Это Котлея, Чиалин, Нью-Сити. Шикарные, конечно, цветы. Знаете, почему такое произошло? Потому что я чехол не оторвала, и в этом чехле собиралась вода. Я вроде бы как перенесла сюда, но не понимала, почему. Думаю, неужели еще корням так влажно? Но, как оказалось, была в чехле вода, и поэтому цветы вот так вот испортились. Но это не важно. Главное, что она наконец-то расцвела. Обалденный запах. Просто шикарные цветы, огромные. Они, конечно, вянут, но главное, что она уже расцвела. И я увидела ее цветение. Это ее первоначальная бирка, она уже бедная, столько пережила. Кстати, было написано название, видите, Чиалин вместе Нью-Сити. Ну, в общем, это я ее, уже новую бирку ей сделала. Ну, а вот в этом горшочке вот это вот ее первоначальные все псевдобульбы. Ну, первый раз расцвела. Был такой белый-белый носик, красивый. Такой желтенький букетик. Такие вот трубочки. Сразу, конечно, понятно, что бросовола в родителях. Не знаю, откуда отсвечивает. Солнца вообще нет. Опять дождь, как вы слышите. Погода шикарная. Это вот такое название. Цветет букетиками. Апрель-сентябрь у меня подписано, то есть два раза в году. Конечно, нужно много солнца, тогда будет цветение пышное. Но все равно такие разные краски. Очень красивая. Очень такой нежный тоже аромат. Такие вот звездочки. Ну, эта малышка порадовала меня опять своим очередным цветочком. Такой ушастик. Здорово. Эту котлейку я приобрела, наверное, в том году. И вот она меня порадовала двумя цветоносами. Этот цветонос первым открылся. Такие уже и цветы покрупнее, и цвет такой же более насыщенный. Как вы уже догадались, наверное, это цирулия форма. Джинманиай. И тут вот три цветочка. Они распускаются немножечко. Поменьше, конечно, в размере. И такая краска более нежная. Запах тоже обалденный. Прошу прощения, конечно, если дождь. Плохо слышно, но что поделаешь. Вот из-за дождя откладываю постоянно съемку, и получается вот такие вот печальные результаты. Это мой дендробиум. Все еще продолжает цвести. Красавчик. Красиво так, каскады. Конечно, котлейкам нужно солнце. Тогда они цвести не будут. Они у меня висят сейчас под крышей в моем зеленом домике. И там, конечно, достаточно им солнца. И они, конечно,
расцветают, как и вот расцвел очередной такой красавец. Почему красавец, не знаю. Дигбияна. Я, конечно, удивилась. Сразу три новых роста и три вот таких вот красивенных цветка огромных. Сделаю немножечко такое отклонение. А, не сказала я, что это гибрид бросового субулифолия и чоколадроп гибрид. Ну, кстати, чоколадроп тоже собирается зацветать. Такой интересный гибрид получился. И что еще хотела сказать, что джинманиай тоже уроженка Венесуэлы и любит тепло, 300-600 метров над уровнем моря. Ну а насчет дигбианы у меня есть уже отдельное видео. И там я более подробно о ней рассказываю. Я, кстати, всегда оставляю кое-какие ссылки в описании под видео. И там есть немножечко, может быть, какой-то более подробной информации, о чем я рассказываю. Запах у нее, конечно, обалденный. У дигбианы этой. По вечерам просто таким цитрусовый лимончик. Разрослась она тоже. Тут вот еще один, она уже бедная, конечно, вылезла. И я, кстати, она в прошлом году рассказывала, когда делала видео о ней, что я ее надрезала. Не знала, что с ней будет, потому что, ну, думала, уже все отмирает, потому что так вот задняя часть была уже сухой-сухой. Думаю, ну, я отрежу, там посмотрим. И вот, как вы видите, она начала расти. И заполнит понемножечку так горшочек с той стороны. Поэтому очень красивая. Она, кстати, у меня цвела в том году второй. Сначала открылась у меня зеленая свинка. Ну, та еще только начинает наливать свои бутоны. Поэтому все как-то очень странно в этом году происходит. Погода странная, все странное. Я как-то тоже несуразно перескакиваю от одного к другому растению. Это, наверное, уже покажу тоже, начинают распускаться. Мне очень понравилось. Энциклея. У нашей члена клуба она обалденно выращивает. Это энциклея или простачея радиата. И так вот она немножечко по-другому расцветает, но цветочки идентичные. Идентичные, как у кохлеаты, только вот красиво очень, когда такой кустик тоже пышный. Мне понравилось, и вот мне она дала кусочек как от своей, когда пересаживала, и 4 цветоноса в этом году. Здорово. Это еще продолжает цветение моя красотка целогина. Одни бутоны целогина спесиоза. Потихонечку одни бутончики сменяются на другие. Очень красивая. Крупные цветы, конечно, я люблю целогины. Ну, что там еще? Это моя French Rose. Красавица, конечно. Очень красивые цветы у нее. Один из моих любимых дендробиумов. Это расцветает опять
Еще одна моя вандочка, она у меня цвела. Как-то в этом году ванды радуют меня, или они уже доросли до такого размера, что они могут уже цвести по два раза в году. Ну, не знаю. В общем, видите, начала с этого, наверное, да, и прошлась по кругу. Говорю, как-то все непонятно у меня. В общем, эта ванда цвела у меня в декабре. Получается, в декабре, да, 21 года. Ну и вот сейчас, спустя май месяц, сколько? Ну вот она опять зацвела. Не хочу считать, сколько, 2, 4, 8 цветков. Обалденные, конечно. Мне кажется, что это самые крупные сейчас расцвели. Очень красивые. Она у меня неоднократная, конечно, уже. Красавица в моих видео всегда была. И вот сейчас она меня опять порадовала. Красивый такой уже тоже кустик большой. Это гибрид. Гибрид ванда Мановадиай. Мановадиай. На ванду Цирулия, на природную ванду. И вот такая вот она небольшая. Ну, я очень рада, что она меня радует своим цветением, что ей понравилось. Очень красивые, кстати, такие большие цветы, хотела сказать, красивые. И это, что я хотела, не показала название, да, когда я ее показывала. Очень красивая. Конечно, тоже, наверное, видно, что это была гибрид на природную ванду Сандериану, которая у меня, кстати, собиралась цвести такой уже второй год. Я в том году собиралась цвести, но стало очень холодно, и она отсушила цветонос. В этом году она вырастила очень длинный цветонос, и из-за того, что дожди. Хотя, честно говоря, думала, что вандам все равно, когда они наращивают бутоны. Но, как оказалось, ванде Сандериана это очень не понравилось. И она просто все их, они стали темными, и она их сбросила. В общем, испортились все-все-все бутоны. Ну, а эти все распустились, гибриды. Все-таки природные орхидеи, они очень нежные, да? Название у этой Аскоценда култана флейм. Как я сказала, что это тоже у меня вот с малыша. И вот так вот она у меня росла. И корешки приросли уже. В таком вот горшочке. Очень красивая тоже. Тут, кстати, на заднем плане расцвела первый раз для меня эта катлея. Как уже понятно, да, что она у меня очень долго. Я не знала, что это, кто со мной давно. В общем, это одна из тех катлей, которые мне отдали, как говорится, по наследству моего мужа отец. И они были в таком в плачевном состоянии. И вот так вот она нарастила вот такое вот огромное количество бульб. Я не знала вообще, что это, без названия, без ничего. Ну и вот в этом году таких огромных, конечно, три цветка. Это я ее так положила на лист и привязала, потому что эти бутоны вот примерно вот так же вот свешивали свои головы. Это тоже надо положить, наверное, вот сюда. Тяжелые такие бутоны. И они, конечно, могут и сломаться. Ну, в общем, очень красивая, конечно, котлея. Я не знаю, надо будет поискать, что это за название. Здесь было два тоже цветочка. Ну, вот она висела в сторону дождя. И вот сразу все сразу портится. Ну, хотя бы уже знаю, что это такое. Вот так, конечно, очень красивая.
Рюшистая такая губа, огромный цветок. Ну и вот на такой красивой, яркой нотке хочу завершить свое видео. Всем желаю солнышко, мирного неба над головой. И пусть наши орхидейки радуют нас, а мы радуемся за них. Всем пока-пока.